Сегодня у нас 26 мая 2015 года. Находимся в поселок Потеряевка. Вот, возле храма мы тут. Вот храм наш, с той стороны школа. И вот сейчас мы находимся у батюшки нашего отца Иоакима. Вот его дом. Тут с братом, который приехал, Никита Колесников с Украины. Вот осваивает деревенские работы, уборка навоза от овец. Все. Всю зиму не убиралась. Вот, а по весне батюшка убирает в начале лета. И так каждый год. Запах, конечно, неприятный. Весь потом пропахиваешь этим запахом. Ну, такова жизнь деревенская. Что, как говорится, есть и мясо, и яйца. Надо трудиться. Молоко. Тут для него неудобно, он высокий, для меня-то полегче. Я маленький ростом. Вот, вот так вот батюшки каждый год убираются. Плюс там еще две стайки, еще там убирать надо будет тоже. Слава Богу. Так. Показать поближе, как этот навоз. Когда верхний слой бывает не берется, я прорубливаю топором. Вот топор, вот здесь вот я рубил уже, когда вот вырубил. Потом полегче берется уже. Вот так вот. Вот она, овечечка. Не пошла, батюшка пошел пасти овец, а это вот что-то ходит одна тут. Больная, видимо. Вон он, батюшка вдалеке ходит. Всегда с собой что-то берет, читает, молится. Слава Христу!